Газовые котлы и колонки – незаменимые помощники в быту для многих жителей города. Горячая вода и тепло без перебоев – несомненный плюс. Но есть и масса хлопот, связанных с обеспечением безопасности бытовых газовых приборов. Им необходим постоянный контроль и своевременное техобслуживание. Ремонт газового оборудования – задача для профессионалов, ведь неисправность может привести к отравлениям и взрывам. Чтобы избежать таких серьезных последствий, ульяновцы должны соблюдать правила безопасности, ежегодно обслуживать свои газовые приборы и оплачивать эти услуги в рамках договора со специализированной организацией. Например, Любовь Кожухова, жительница 52-го дома по улице Ватутина, за свою безопасность спокойна. Ее газовую колонку проверили специалисты «Газпром» газораспределения «Ульяновск». Мы заключили договор с «Газпромом», и они ежегодно приходят к нам и проверяют. То есть они проверяют нам газовые колонки, плиты. Мы уже после их проверки уже спокойно знаем, что нет ни утечки, ни там каких-то поломок. Обслуживание прошла и газовая колонка ее соседа Александра Барышкина. В этот раз газовики озадачены. Диагноз поставлен неутешительный. Поломка калорифера и эксплуатация запрещена. Только после замены деталей газовым прибором можно будет пользоваться. Отключаем колонку однозначно. Калорифер покупаете, вызываете нас 61-27-27. Мы приходим, вам заменим. Александр Никифорович огорчился, но спорить с мастером не стал, ведь речь идет о собственной безопасности. Пообещал, что не будет испытывать судьбу, а за ремонтом обратиться к проверенным специалистам. Заменим, вот. Устраним все эти недостатки. Все от них зависит. Сделают, значит, будем пользоваться. Специалисты «Газпром» газораспределения «Ульяновск» выполняют техническое обслуживание по графику. Каждое утро в 8:00 обязательная планерка, после которой сотрудники службы отправляются на обход домов, а остальные идут на заявки. Омрачает благополучную картину только безответственность некоторых жителей, не пускающих в свой дом специалистов, ведь люди боятся незнакомцев. Однако настоящих газовиков отличить довольно просто. Каждый сотрудник газовой службы одет в спецодежду и имеет при себе удостоверение. А самое важное – работники газораспределения организации не приходят без предупреждения. Это все проводится ради безопасности каждого абонента. Каждый сотрудник перед тем, как, значит, выйти на объект, то есть к абоненту, во-первых, уведомляет его. То есть это либо телефонный звонок, либо какое-то объявление. Газовики действуют в соответствии с законом. В постановлении правительства Российской Федерации номер 549 обозначено, что отсутствие договора о техническом обслуживании бытовых газовых приборов является основанием для приостановки подачи газа потребителю. Мера вынужденная для так называемых нарушителей, которые отказывают газовикам в допуске для проведения проверки состояния газового оборудования, а тем самым в разы приумножает риски аварий. Те потребители, у которых отсутствует договор на техническое обслуживание, могут быть отключены. Это уполномочен осуществить поставщик газа. Между тем, компания «Газпром» газораспределения «Ульяновск» делает многое, чтобы жителям было комфортно. Комплекс услуг, связанных с газификацией, можно получить, обратившись в центр по обслуживанию клиентов. Экономить время помогает электронный киоск. Нужно подойти, выбрать необходимую услугу, взять талончик и получить помощь от квалифицированного и приятного в общении специалиста. Да, мы вам позвоним. Спасибо большое. Нет, что. Центр располагается по адресу улица Кузнецова, 5А, телефон 8 800 350 4907. Кроме вопросов, связанных с подключением или техобслуживанием, там можно восполнить пробелы знаний и пройти инструктаж по газовой безопасности.